город на мотоцикле, это девочки и мальчики. В город, я имею в виду вниз в магазины. Не на машине, потому что парковаться там негде. Дома уже видите, какой стал. Этот отремонтировали, был старый-старый, а этот строится. За год уже вот как построили. Такие вот дела. И сейчас мы спустимся в город. Опа, себя. Кирия Мигали. Здесь тоже дом строится. Вот этот и тот вместе. Даже вот этот, наверное, с которой раньше чуть-чуть. Ну вот. Едем. Кто-то мясо варит, вареным пахнет. Я сегодня буду тоже снова. Костас заказал борщик, ищи. Свеклу добавлю, будет борщик. Вот такие вот вещи. Буду варить ему. Время 11. Я ему погладила 15 блузок. Сейчас новым утюгом. Мне купили новый утюг. У меня сгорел утюг. И мне в субботу купили вайс утюг. Девочки, мальчики, я первый раз попробовала его. А потом покажу вам, объясню. Что-то с меня не вошло. Не взошло. Короче, как-то не так, как обычно по утюгам. Посмотрите, что за утюг, и мне купили. Когда будут продавать в Лидле утюг, он у меня 10 лет работал. И я, наверное, куплю себе снова в Лидле утюг. Снова их другую. Спасибо всем за комментарии, за поздравления, за мое день рождения. Всем спасибо, всем огромное. Все, кто меня поздравил и кто не поздравил. Не поздравил тоже, и кто поздравил. Кочка. Ой, прямо аж это. Ну, оба кочки. Вы не думаете, что в Европе у нас хорошие дороги, ни хрена. Пишет собака, говорит, большая пишется. Вот. Так интересно держать руку. Так неудобно с той стороны улицу снимать. Мы сейчас доедем до города. До почты, садик. У садика есть автобус свой. Убираюсь. Опа. Что? Иду на почту. Бишкота называется магазин. Чего он так называется, не знаю. Печенька. О, такая юбенция. Ну как модно. Ну как модно все. Почему снимаю? Стараюсь не снимать людей. В Европе нельзя снимать лица. В Европе нельзя снимать лица людей. Стараюсь не снимать, но не получается. Мне на почту надо. Так, а где почта у нас? Вось поехал на почту. Нам какая-то что-то бумажка пришла, что-то там пришло на почту. Ой, тетенька какая. Я видела в интернете, вот такие платья продавали. Вот женщина идет. Ладно, я тороплюсь, увидимся. Народу, там вообще народу. Ой, какие красивые фигурки, всякие греческие. И здесь хоть что-то можно улочку показать вам. Сейчас я на почту. Там надо номерок брать, и там народу до хэ. Стоять там сейчас придется целый час, наверное, если нет. Ваш не знаю, где припарковался на мотоциклетке. Высадил меня. Сказал, дойдешь, потому что не на ту улицу поехал. Наверное, где-нибудь здесь припарковался. А я пойду сейчас зайду на почту, возьму номер и буду ждать. Все, девочки, поздравьте меня с новым паспортом. Я получила паспорт по почте. Пришел.
русский паспорт, загранпаспорт. Все, теперь у меня вот такие вот вещи. Ой, смотрите, как красиво ткань продается. Мы сейчас зайдем в Мак Спенсер, потом пойдем заплатим за телефон. Я возьму себе карту. Ой, какая у меня платьишко. Ситечко такое. И туфельки. Еще надо балерины мне купить. 49 евро. Ох. Схожу в магазин, который знаю. Может быть, там есть. И надо еще типа кроссовок. Но не по 40. Такие вот на осень. В других магазинах посмотрю. Мужские здесь. Потом приеду домой, покажу вам туфель. Каждый год надо новые покупать, потому что в старых ходить как-то не там. Здесь босоножки. И босоножки. Мне нужны балерины. Балерины, балероны, вон как. Коричневые стоят на каблучке. Он черный. Сколько они? 49. Не. За 49 я не куплю балерины. Нафиг они нужны по такой цене. Господи. Так, ладно, я побежала дальше. В магазине. Ой, здесь у них тоже меняют. Вот эти балерины все с ремешками. И в том магазине были балерины с ремешками на меня. Но я не хочу с ремешками. Балерины, как она сказать. Так, ну вот, видите, с ремешками такие туфельки. Я не хочу. Мне надо простые. Без ремешков. Дальше пойдем. Дальше пойдем. Дальше пойдем. За 20 евро я купила себе на каждый день ходить. Буду ходить. Но они не сейчас в них ходить, чуть попозже. Ну, в ноябре зимой можно ходить. А сейчас надо балеточки купить какие-то. Пойду Ваюсь искать. Давай, иди, собирайся, а я сейчас видео доделаю. Так, девочки, мальчики, вчера не успела вам заснять. Приехали здесь, с города. Варила суп. Вась докрашивал. Вот это вот все здесь докрашивал. Вот это вот все докрашивал. Вот здесь. Сейчас включу свет. Вот здесь докрашивал все. Ту еще стену не докрасил. Вот эти две стены все обработал, все докрасил. Вот. И еще надо пол протирать. Капельки остались в некоторых местах. Сегодня он сюда делал. Вчера начинал, мыл, все здесь делал. И кошка кушает. Я еду насыпала. Да, Астра? Астра? Мяу? Да ладно, кушай. Я купила себе ботинки, да, видео видели, да? Я вам показывала некоторые обувные магазины. 20 евро стоят эти ботинки. Вот такие вот. 41 размер. Я вот здесь вот встала с этого стула и ударила ногу, два пальца на ноге, самые маленькие, самые, да, после маленького мизинца. И они у меня сине-красного цвета. Купила вот такие себе туфли. Мягкие, они синтетические, не кожаные. Сейчас вот ходить чуть-чуть похолодает. Вот с такими камушками. Такие вот туфельки. Свободные они мне. Не в обтяжку, ничего, нормально. Я же вам сказала, буду показывать. Сейчас все можно, вот это вот тракторное и все остальное. Ну, это в церковь ходить, вот. Куда-то ходить. Балерин я не нашла. Надо заехать купить в магазин в какой-то балерин. Ну, вот, ходить вот это вот в одежде. Вот такие вот, фу, вонючкиные. Ну, пойдет куда-то и ходить вот так вот. Потом покажу, как на ноге будут, когда буду носить, покажу вам, как будут на ноге смотреться. И мы вчера вечером тоже, я испекла кекс, сейчас пока здесь кашу манную сегодня варила, вот. Высохла она. Ладно, и вот такой у меня кекс получился, девчонки, мальчишки, очень вкусный, и я добавила сюда корицу. Я никогда не думала, что это так будет вкусно, что это будет так вкусно, вот.
А роман стоит на всю. Стоял. Я вчера в 11 часов уже поставила ее делаться, потому что надо было посуду вымыть, надо было здесь убраться. Мы ходили на родительское собрание. Ну, кекс получился. Обалденно вкусный. Корица – это такая снадобь, как говорится, зимняя такая, новогодняя, да? С корицей пряники делают новогодние. Так вот, я кекс сделала не новогодний, а предновогодний. Делать, девочки, мальчики, пряники. Ой, пряники, кексы. Добавляйте прям корицы, прям вот пакетик такой. Нормально, добавьте ложку чайную, даже можете больше, и у вас будет очень вкусный кекс с корицей. Обалденно, кекс с корицей, запах. У меня не было винограда сушеного, изюма, и я добавила корицу. Ничего такого не было. И говорю, добавлю корицу. Очень вкусно. И поднялся, и вкусный, и ароматный. И запах стоял в час ночи, я его вытащила из духовки. В 11 начала делать, в час ночи вытащила. Не спала до часу ночи, сидела здесь. И вчера было родительское собрание. Пришли уже тоже поздно с родительского собрания. Пока я все вымыла, пока я все сделала. То все, 5-10 у Костаса там. Что он у него был вчера? У него был вчера теннис. Вот. Сегодня он сейчас он ушел, убежал на английский. И еще вечером он придет уже в 11 часу с французского. Сразу два языка у него сегодня вечером. Вот. Такие вот дела. Чё опять? Вчера ходили на родительское собрание в его школу. Первый раз. В новую школу. Вот сколько стоят туфли. Что-то у меня ничего не получается разговаривать с вами. Что-то мысли все куда-то уходят. Все куда-то не туда и не сюда. И не знаю, смотрю вот на свои туфли, на кекс, на все. А, с того, что я не успела вам показать вчера туфли. Вот кекс и родительское собрание. Секс, секс, кекс, 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 секс. Так что вот так вот, девчулики, мальчики. Поставлю вам, я там два кадра сделала в школе в ихней. Снимать нельзя, даже детям в этом году в школе даже нельзя снимать вообще ничего. Как сказал директор, в видеошкописи, кажется, так говорится это, язык сломаешь, это греческий. Нельзя делать, детям запрещено телефоны, запрещено рваную одежду носить, короткие юбки носить, еще там всего курить нельзя, то все нельзя. Нам, короче, всякое-всякое всего нельзя. Поставлю их в столовую. Я засняла вам. Поставлю их в столовую в школе. Лучшая школа в городе. Ну, по учебе я имею в виду. Директор сказал... У нас, говорит, не все дети, конечно, говорит, лучшие, говорит, хорошие, говорит. Ну, такие отличники, прям отличники, говорит. Ну, а одна тетка подскочила. Что вы говорите? У меня это самый ребенок, самый лучший. У него большое IQ. А моя соседка говорит, да знаю, я твоего ребенка с детского сада, говорит. Такой же IQ, как у мамы. Ну, представьте, если мама соскакивает, перебивает директора, какой у нее IQ. И Вася сидит, но... Как здесь говорят, на хересе стопидишу, радуйся за своего ребенка. Он так сказал. Ну, не... такой у меня. Вот такие вот дела. Смотрите, давайте столовую. И я показала вам там дверь, кажется, засняла вахтовый зал. Какая дверь вахтовый зал? Я не знаю, как у нас школы в России, но у нас таких дверей вахтовый зал не было. И таких столовых, сразу вам говорю. Пишите свое мнение. Я буду рада. Всем пока, всем увидимся. 20 евро стоят мои тапки. Все надо старые повыкидывать. И вот буду ходить в этих. Вот такие вот. Все. Все. Пока-пока. Мы тут за столом сидим. Ваё. Привет. Я только что с постели встала. С кровати. Там еще дверь. Там тоже дверь.